Гоша, ты где был целый день? Я тебя звала, звала, звала. Папа приехал и сразу прибежал. Рома оделся сегодня прям по-рабочему. Как всегда, красиво. Вон сколько мусора предстоит нам убрать. Все, что вот разобрали крышу, пол, потолок. Ой, шок. Вот. Доски все. Или работают какие-то на мусор. Вот кустик калины, который мы сажали. Прижилась калина. Прижилась калинка, пожалуйста, все есть. Ягодки, вот птички будут прилетать, да, зимой кушать. А, кстати, уже синички прилетели. Вот у нас клен. Да. Есть клен, он немножко пострадал. А его просто туда-сюда кидали. Видишь, его надо обстричь, Вика, и здесь также. Ну да, секатор есть, надо попробовать. Не секатор, надо ножовку вот эту вот обрубить, ее будет пускать новенький, видишь? Ну да, там сказали уже, да, Ром, вот этот надо... Кустин. При транспортировке он сломался, этот, да? Тоже сломатый, видишь? Хотя сломатый я отпустил. Надо обрубить сейчас. Думаешь, обрубить? А вдруг из него весной полезут? Поеду, ладно, тогда я на машинку. Он сказал, отпилить надо. Да. Вот, посадили. Что ты платит? Платит. Листочки сбрасывает клён. Гоша, пойдем тебя покормлю. Гоша. Рома приехал с работы. С работы на работу. Обедать будешь? Борщ вкусный. Борщ. Борщ. Черный хлеб. Кошан. Бежит, торопится. Я буду обедать, да, Гоша? Вот орешник. Орех. Это
соседи дали. Второй уже отросточек, первый слопали собаки. Это вот наши сосенки. Это вот гортензии. Мульчой спрятала, укрыла все. Это вот можжевельник. Вот. Сейчас надо обрезать их сегодня, если успею, или уже завтра срежу все шапки и листики. Помою потом. Сейчас не хочу грызться. Гоша, давай бегом. Вон и банда. Хлойка, Тони, ой, Смит, Тони дома. Ну ты идешь, заходи давай. Тебя жду, Гоша. Хвостиком завилял. Кто? Тони, ой, Смит лежит. Они заняты, они едят эти штучки. Колтыки. Свежих колтыков привезли. Давай, давай, Гоша. Они чавкают. Пошли. Гоха, пойдем, Гоха. Он ходит, кушать хочет. Его сегодня целый день не было. Гоха, пошли с нами, у меня там корм есть. Пошли. Кажется, туда-сюда хожу. Пойдем, пошли, пока они не видят. Гоха. Я сегодня всех кормила, а он где-то гулял сегодня весь день. Вот. Ой, ты тарахтал. Приехал с работы, и он песню пришел. Запел. Пойдем. Ром, что мы расскажем, как этот, что никто не отгадал? Чего? Про можжевельник. Никто никогда не отгадает. Как зовут его? У него такое имя симпатичное, что никто не отгадает никогда. Пойдем. Фарик. Там небось отняли у него что-то, он плачет. Да мы же всех угостили. А то не дома. Тебе сейчас. Да? Сейчас тебе корм. Прям в прицепе тебе насыплю, будешь. Да? Какой красивый киска. Дерется, ужас. Мы тут с мамой приехали домой. И слышал там мяу-мяу, вот это вот. Мы подумали, что опять весна наступила, но нет, осень. И, короче, они встретились со своим злейшим врагом. Вон там, на дорожке. Зять? Да? Зятем, да, они встретились. Оказывается, это зять, мы определили его по этой принадлежности. Да. И как они начали волтузиться, короче. Драка была не на жизнь, а на насмерть. Да, вон у него, кстати, вон торчит, вон Рома. Да, мы вызвали все спецслужбы. Ой, а что это такое у него? Это все уже. Шкурочка там, шкурка. Шкурочка? Ничего не шкурочка. Выдрал. Вызвали все спецслужбы, все вот эти вот, все. Разнимали, короче, там пожарные, МЧС, все. Но как они волтузились, да, прям кубарем? Кубарем, пух летел, пух и прах вообще. Он его прогнал, да. И потом уже пошел встречать нас. Да. Так, ладно. Давай, корми. Сейчас, подожди. Ребенка. У тебя там кино, что ли? Да. Хватит, давай уже поболтаем, потом будешь снимать. Гоха. Сейчас тебе говорю. Чего у тебя в ушко попало? Что-то ушко чешет. Что у тебя прицепилось тут? А корм я вот этот брал, который ты в прошлый раз брал. Ага. Катя Про называется. Катя Про? Катя Про. Давай, иди, Севастьян. Иди быстро. Ты ему прям в прицеп? Конечно, что он, взрослый парень. Его все равно мыть. Ну, и прицеп, и... Ух ты, меня прям оттолкнул сейчас. Да он, я говорю, его сегодня целый день не было. Не, ну для того, чтобы драться с местными, надо есть. Так что давай, ешь и в тренажерку. Сейчас вообще спорт, говорят, это. А Луцик сегодня со мной травку убирал. Травку? Да, туда-сюда за мной. Молодец, Луцик. Все, давай второй пакет тебе и все. Да, вот это хороший корм, да, Роман? Ну, вроде... видишь, он говорит нормальный. Там вроде и мяско. Я не пробовал. Попробуй, ты любитель. Да,
снять пробу. Чуть позже тогда. Чуть позже приходите. Давай, Гоха, чтоб все съел. Иначе в задницу затолкаю. Приятного аппетита. Приятного аппетита вам, Григорий. Гоша, это Григорий? Ты прикинь, короче, я уронил сейчас пакетик и поднял его, чтобы убрать. И тут такая куча мусора, короче, да, так? Это я тоже, я завтра буду все вывозить. Тут надо порядок наводить. А бочку куда ты поставил, Ром? После пожара. Утеплитель спас нас, утеплитель вот этот. Технониколь не давал разгораться дереву. Кислород весь забирал, в плане того, что плотно был уложен. И благодаря вот этой минвате, или как это утеплитель, как правильно называется, я не знаю. Благодаря вот этой штуке мы не сгорели. Ну, в смысле, мы сгорели, но отделались, как говорится, этим легким испугом. Это только благодаря вот этой штуке и правильной ее использованию. То, что использовали ее неправильно. То есть она работает, если ее да, правильно. Что, если они говорят, что это не горючий материал, 100% он не горючий, ребята. И был уложен в крыше, в этот самый, ну, в стропильной системе, полностью плотником. Там 150-я доска была, и пятнашка была там в раскладку уложена, и все. Досочки тлели, а возгорания не было, поэтому она и тлела у нас почти 6 часов. Угу. Да, и, кстати, доски прям черные, да? Вот доски как... все черные, сгоревшие, а минвате хоть бы хай. А если бы минвата бы не было бы вот этой утеплителя? Поэтому не, как у спичка не... бы сгорела. Ну, бы. Вот в некоторых домах, как пожарные говорят, да, Ром, что да, сразу да. раз и все, и ничего нету. Так что вот эта вещь полезная. И она впитала воду, да. высохла, и все. И можно опять класть из... Ну, вон. И она еще на полу лежала, да, Ром? Она в перекрытии. В перекрытии. Между первым и вторым этажом лежала. Угу. А это вот вся крыша, вот то, что осталось от крыши. Ну, ничего страшного, нам уже не жалко, у нас есть новая крыша. Вон она. Вон какая большая, да, Ром? Да, как у меня. Огромная. Так, ладно. Все. Конец фильму. Все. Вот. Сегодня. Это огород мамкин будущий, здесь будет огород. Тут будем сажать помидоры опять в 17-й раз. А тем мы так и не сняли, да, Ром? Они, пускай они там упадут, потом перегниют, и семечки опять зайдут. Ладно, пойдем. Пойдем, я же тебя жду. Пойдем убираться. Давай, все.